спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Во вторник в Самарском регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 26-28, ночью облачно с прояснениями, 20 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время малооблачно, плюс 28, к вечеру возможен небольшой дождь, ночью 18 градусов тепла. В Тольятти днем плюс 28, облачно с прояснениями, ночью плюс 18, северный ветер 2-5 метров в секунду. В Самаре днем малооблачно, небольшой дождь, гроза, плюс 26-28, к вечеру переменная облачность, ночью 20 градусов тепла, пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 52%, температура воды в Волге плюс 22, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, небольшие геомагнитные возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.